друзья, всем большой привет! С вами Асым, ваш человек в Турции и солнечная страна из Турции. Всем большой привет! Действительно, солнечная страна, друзья. Вот сейчас в Мерсине находимся, здесь 300 дней солнца, свежие натуральные овощи, фрукты. Воздух чистый, друзья, экология очень чистая, для здоровья это очень хорошо, в самом деле, друзья. Итак, поэтому я вас все приглашаю именно в город Мерсин, друзья. Короче, друзья, скоро мы поедем 26, 27, 28 будем Ташкент. Столица Узбекистана будем Ташкенте, друзья. Потом 29, 30 апреля, еще 1 мая будем Самарканд. Сказали, что Самарканд очень красивый город. Посмотрим, я ни разу там не был, первый раз там буду. И посмотрим, как узбекистанцы нас будут встречать. Так что нужно просто, если вы хотите с нами встретиться индивидуально и поговорить, нужно просто записываться заранее. Мы с вами можем поговорить, как можно правильно жить в городе Мерсин, друзья. Мерсин действительно интересный город. Мерсин это уникальный город, перспективный город, друзья. Это моя родина. Я готов с вами свой опыт поделиться, друзья. Всем удачи! Берегите себя. Пока-пока.